помощь! Надо это выделать! Пожалуйста!
Привет, Ви. Можешь кое-куда смотаться? Мне тут рассказали о драке в доках. Может, просто торчки буянят, но мне кажется, у кого-то приступ киберпсихоза. И надо узнать, замешаны ли там наркотики. У трупа этого не узнаешь, так что психа не убивай. Пыля! Ну, зашибись. Так не сдохну!
До связи. Знают главного. То, что они зовут киберпространством, на самом деле называется пандемониум. Возможно ли жизнь за пределами тела? Кто эти порождения сети, если не души, покинувшие наш бренный мир? Я слышал их голоса. Не следует живым переступать проклятую... Брось, откуда душа у жителей Найт-Сити? Смейся, глумись! Сам сатана! Не, вряд ли.
Вы спросите меня, а кто открыл врата преисподней? Не спросим. А я отвечу вам! Это были те, кто некроманты с Альфа Центавра! Detections are free to use.
Найт-Сити. Ну что, как день проходит? Это мираж? Голограмма? Нет, друзья мои, это ясное безоблачное небо. Но не верьте мне, идите и убедитесь сами. Дай-ка угадаю. Мистер Перчик, модель XCV-19. Ага! Откуда ты знаешь? Неплохо разбираюсь в имплантах, в том числе и запрещенных. Они все с браком. Была отзывная компания, но на черном рынке они еще попадаются. Я это... благодарен, что ты не стал надо мной стебаться. Честно скажу, это было непросто. Иди ты! Везунчик. Отгони, сбивай нахер! Расслабься, Чумба. Сейчас уже поедем. Это ты мне советуешь расслабиться? Ай, как горит! Как жжет-то, сука! Уймись. Делаю все, что в моих силах. Я так девчонке один раз и сказал. Она психанула. Господи! О, Боже! А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать? Страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Смешно обоссаться! Ah!
больно! Как же больно-то, блядь! Не могу! Окей, мы... Потом заплачу! Позвоню тебе! Но... Всем вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на Росс-стрит и Верховном проезде. Группа мусорщиков во главе с Еленой Сидоровой напала на бездомных. Преступники вооружены и очень опасны. Власти Найт-Сити объявили вознаграждение за устранение угрозы. А девочки там будут? Ну и хули мы тогда тут делаем, солнышко? Эй,
защищаю! Я тебя уничтожу! Насквозь!